Аня сделала сегодня вот такие прекрасные ящички из сетки для переноски десятки и прочей живности. Сейчас мы это испробуем. Попробуем. Готовим, сразу откроем. Ну, пойдем на ловлю быстрее. Комфортно вам там, ручня? Тяжеловато, наверное, тут сразу два ящика нести. Сейчас проверю. Ох, да, тяжело. Буду по одному ящику носить. Ну, малыши, домой идем, в тепло, греться. Принесли. Гусяток домой, под лавочку, чтобы ночью тепло было. Вот сразу. Кушать, пить пошли. Вы что, травы не наелись? Всю траву выщипали. Бегом, бегом. Осторожно. Очень даже удобный ящик для переноски. А если ездить торговать, то вообще красота. Сложил машинку и поехал. Ну что, всем пока. Пока-пока.